Мне нравится суперклей, потому что это, ну, одна из редких вещей в реальном мире, которая оправдана супер. Ну, то есть, по сути, это клей. Выполняет обычные функции клея, но супер оправдана. А почему мы терпим просто клей, если есть суперклей? Ну, вот иногда ты не хочешь связываться с суперклеем. Ответственность слишком высока. Он слишком супер. Он слишком много склеит. Нет, всегда же... Больше, чем ты планировал, да. Отмирает часть кожи вместе с этим клеем. Суперклей. И реально больше же ничего у нас супер нет, да? Супермаркет есть, но он не... Не такой. Настолько он супер. Разница кардинальная между просто клеем. А что ты так на меня смотришь? Как будто он тебя клеит. Да, да, супер клеит. Это я пока клею. А когда супер будет жить? Ну, ты почувствуешь кардинальную разницу. Еще подумал, что супер клей звучит круто, а клей момент — это какой-то мужик. Один момент, и нихера не получится. Супер клей, когда его только придумали, он был только у агентов типа 007, знаешь. Но он тогда из ботинка у него выдавливал. Суперклей можно нюхать даже, настолько он супер, да. Что можно прям... Ну, он... Что когда придумали суперклей, он его понюхал и такой, это супер. Он превзошел даже ожидания, ну, то есть мало того, что... Да. Ну, суперклей еще не настолько супер, как мне кажется. Ну, то есть я понимаю, суперклей, если можно было на пальцы вот наклеить, вот так повиснуть где-то. Ну так можно. Но... Нет, ты можешь один раз повиснуть, да, там дальше не поползешь. Оторвутся просто. Нет, именно кожа. Кожа оторвется. Неприятно. Так у тебя кожа не супер просто. В этом все суть. Клей так свое дело делает, твоя кожа не справляется.